Помочь школьникам подготовиться к предметным олимпиадам различного уровня. Это основная цель зимней физико-математической школы, которая каждый год собирает самых способных и умных детей нашего города. Обычно к ребятам приезжают преподаватели, читают лекции, проводят семинары. Но в этом году пришлось перенести обучение в онлайн. Проходила зимняя физико-математическая школа в рамках образовательного проекта ядерного центра «Молодые таланты Сарова». В нем участвуют в этом турнире дети, которые отбираются из групп, постоянно, на постоянной основе, на регулярной основе участвующих в этом проекте. Но в связи с тем, что вот у нас были исключительные условия, когда дети были на дистанционке, и мы дали как бы шанс не только тем, кто участвует на постоянной основе в проекте, но и для других школьников. И все, кто выразил желание участвовать в этом проекте, все были приняты. После нескольких дней интенсивных занятий для детей провели олимпиады. Традиционно на них побеждают ученики лицеев и гимназий, но в этом году хорошо себя показали и ребята из других образовательных организаций. Очень усердные участники турниров из 10, 14, 17 школ, которые вошли в число победителей призеров. Вот мне кажется, это наиболее отличительная черта этого турнира. Ну и, собственно говоря, это новые ребята, которые редко появляются в списках победителей призеров. Дипломы победителей и призеров, а также сертификаты участников передадут в образовательные организации. Впереди у ребят летняя физико-математическая школа. Скорее всего, она также пройдет в онлайн-формате. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.